Привет, друзья! Сегодня мы готовим бутерброды на праздничный стол. Ну что, поехали! Бутерброды буду готовить из белого и из ржаного хлеба. Ржаной хлеб мы нарежем пополам. Так будет намного красивее. Нужно будет обсушить хлебушек, чтобы он стал хрустящий такой. Просто блаженство, чтобы было. Так, подсушиваем его на сухой сковороде, на сильном огне. Обжариваем с двух сторон. И также закидываем белый хлеб. Подготавливаем ингредиенты. Нарезаем томаты кружочками. Оливки нарезаем кружочками. Начинаем собирать бутерброды. Выкладываем белый хлеб. Смазываем майонезом. Далее идут томаты. Далее у нас идет морковка по-корейски. Добавляем оливки, нарезанные кружочком, и зелень. Первые бутерброды готовы. Далее готовим всеми любимые бутерброды со шпротами. Огурец режем слайсом. Начинаем собирать. Выкладываем ржаной хлеб, майонез. Хорошенько обмазываем. Добавляем огурец. Выкладываем шпроты. И добавляем зелень. Вторые бутерброды готовы. Подготавливаем ингредиенты для третьего бутерброда. Красный лук нарезаем кольцами. Также слайсом нарезаем редис. Тоненько-тоненько. Он у нас пойдет на украшение нашего бутерброда. Начинаем собирать третий бутерброд. Хорошенько промазываем. Добавляем красный лук. Селедку и сверху слайс редиски. Третий бутерброд готов. Все три бутерброда у нас готовы. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Наши бутерброды получились очень-очень красивыми и праздничными. Посмотрите, со шпротами изумительного вида. Также с корейской морковью. Ну и, конечно, с селедкой и луком. Давайте попробуем. Начнем с них. Далее у нас идет со шпротами. И попробуем с корейской морковью. Мне очень нравится. Советую и рекомендую. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока, друзья!